Ребята, а на этой Porsche Panamera мы устанавливаем заслонки, устанавливаем даунпайпы. И чтобы это не было как одна прямая труба, нам необходимо сделать среднюю часть более мягкой. Для этого мы установим два спортивных резонатора. Собственно, вся работа, она займет довольно продолжительное время. И в конце мы получим вот такой эффект. Давайте посмотрим. Классно реализовывать эти проекты, и вместе с владельцем испытываешь эти непередаваемые эмоции. И отдельный респект машине. Машина 9-го года, но выглядит и в состоянии она в таком, что даст фору многим более свежим машинам. Класс, респект и уважуха.